Дорогие товарищи, стало доброй традицией отмечать праздник День работника сельского хозяйства в осенние дни, когда завершены многие сельскохозяйственные работы и подведены первые итоги нелегкого звания ветеран труда и заслуженный работник нашим труженикам, и будет показан праздничный концерт. Сейчас слово предоставляется директору совхоза Нелинина Рябцева Петру Зиновичу. Дорогие товарищи, предстоящее воскресенье, 17 ноября, все крестьянство нашей страны празднует свой традиционный праздник работников сельского хозяйства. Мы поддерживаем эту традицию, она у нас всегда сопряжена с тем, что мы, кратко подводя итоги сельскохозяйственного года, присваиваем нашим трудящимся очередных званий заслуженного работника совхоза и ветеран труда. И вот сегодняшний день мы собрались здесь, чтобы как раз в текущем году еще раз отпраздновать этот праздник, потому что некоторые говорят, а может быть это и последний праздник. А я думаю, что как бы мы ни жили, как бы мы ни развивались, эти традиции могут менять формы, но мы должны знать трудное время. Знаете, что перестройка, которая в нашей стране происходит, знаем, что те программы реформирования нашего общества, которые намечены вот за последние годы, особенно круто в конце этого года и особенно в начале следующего, когда предполагаются большие экономические реформы, когда отпускаются, либерализируются цены, когда жизнь становится все труднее и труднее. А это, в свою очередь, заставляет нас думать и совершенствовать наше производство, заставляет думать и действовать таким образом, чтобы мы сохранили свое коллективное производство, чтобы мы стабилизировали спад нашего производства. А если говорить об итогах текущего года, я не ставил сегодня задачу делать подробно традиционного доклада, сколько вырастили, сколько сохранили, сколько продали, потому что если коротко подводить, то и мы должны жить, должны действовать, должны развиваться. И поэтому те мероприятия, ту программу, которую мы наметили совсем недавно, где мы подробно говорили о наших недостатках, о наших потерях, когда говорили мы, какими путями дальше будет развиваться совхоз, я хочу сказать, что мы тогда приняли очень большую программу. Она, кстати, по некоторым показателям заканчивается. Мы уже в течение до конца этого месяца стали коллективным предприятием, так называемым народным предприятием, на принципах долевого баланса. Следом за этим мы должны провести акционирование, то есть выпустить акции, с тем, чтобы законодательно закрепить это дело, с тем, чтобы совершенствовать это производство, когда наша совхоз не станет государственным, а частно-общественным. Значит, надеемся, что это чувство хозяина, чувство сопричастности ко всему, что происходит. Но сейчас трудно нам жить, тут не надо здесь объяснять. Не меньше трудностей будет, когда сейчас будут, если будут отпущены цены. Все будет трудно, но нам чрезвычайно важно, что мы сельскохозяйственное предприятие, что сезонность нашего производства имеет. Потому что от этого сейчас зависит наша судьба. Или мы сохранимся, или мы потеряемся, в том смысле потеряемся, что будет еще труднее нам жить. Программу, которую мы наметили, обсуждали здесь, и ту, которую мы будем обсуждать на очередной своей конференции в конце года, чтобы она обязательно была выполнена. Но это может быть сделано при одном условии, если будет поддержка всех трудящихся, если будет активное участие в этом, если мы осознаем все, что от результатов 90... Всем, дорогие товарищи, хорошего вам сегодня настроения и отдыха. Спасибо. Чей многолетний и добросовестный труд вложен в наше достижение.
совместным решением администрации и профсоюзного комитета присваивается звание ветеран труда следующим товарищам. Я буду называть этих товарищей и вручать будем памятные подарки. Пожалуйста, побыстрее подниматься людям. Доброго здоровья. Пожалуйста, приди сюда. Александровна. Спасибо. Да, возьми это, вот это, вот это возьми. Нет, спасибо. Мешковый Галина Ивановна. Более того, товарищи, вот все.